Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей. Вы на канале «Фабрика каркасов» компании «Донстрой Технологии». И в прошлом ролике мы с вами поговорили о цинковании, о его плюсах, о том, какая цинковка идет на наших профилях. Вот, что она в два раза лучше. Об этом вы все сможете посмотреть в нашем предыдущем ролике. А сейчас я хочу поговорить с вами уже о партнерской программе. О том, как вы можете вместе с нами развивать наш бизнес и зарабатывать сами. У нас на самом деле давно уже зреет идея. Мы ее в принципе локально озвучиваем. И уже в принципе есть люди, которые являются участниками данной программы, потому что приверженцев технологии у нас уже много. Это мы говорим о том, что офисов у нас только 20, сколько, 4 мы тогда насчитали по всему миру. А есть же ведь еще, как сказать, проповедники, назовем их так. То есть люди, которые когда-то себе заказали каркас и вот настолько, ну вот сленгом сейчас скажу, проперлись от данной технологии, что стали на примере своего там дома, коммерческого объекта продвигать и показывать другим. Не с целью там какой-то там, мы их попросили, а просто вот, ну, сами обалдели. По-человечески, слушай, да. Классно. Хороший фильм посмотрел, скажу, слушай, сходи посмотри, да? Примерно то же самое происходит. Да. Вот, и они уже давно являются... Спасибо вам за это, ребята, те, да, кто это делает. Да, это правда, на самом деле, это правда. Вот, и они уже давно, мы можем на них положиться, именно вот в тех местах и регионах, где они живут, потому что они могут оказать и консультацию новым нашим заказчикам, и... осуществить подряд по заливке пенобетона. Да, многие, вот, да. Потому что... Даже на Сахалине. Даже на Сахалине? Камчатка, на Камчатке. Даже туда. Тюмень, Иркутск. Ну, не говоря Камчатка. Про другие страны. Да. Тогда, вот, Германия, поэтому да. Такие люди есть. Это такие наши, как это, если вы нас слышите, вы и есть сопротивление. Вот, такие люди, которые... ну, как сказать, разбросано, не скажу. Живут по всей территории нашей необъятной родины. Необъятной родины. Да, мира, по сути дела. У нас сколько звонков, смотрите, с Израиля, с Латвии звонят ребята. Да. С Финляндии звонят ребята. Да, блин, да, реально со всего мира. С Америки, вот, с Канады. Мы даже... С Саудовской да... С Владивостоком. Нет. Мы даже, знаете, до смешного. Мы не можем в онлайне общаться с Владивостоком, потому что даже когда у нас утро, у них уже там к ночи ближе. То есть мы просто... WhatsApp надиктовываем чего-то, они просыпаются, нам отвечают. Засыпают спать, а мы потом отвечаем. То есть у нас вот такое вот даже идет взаимодействие. Ну, да. Ну и что? Ну и это все наша страна. Ну так вот, вернемся к партнерской программе. То есть, те люди, граждане, как угодно, которые построили себе строение по ЛСТК технологии. Ну да. Вот. По ЛСТК технологии. Неважно, базальт это либо пенобетон. Да. Неважно. То есть мы имеем в виду сейчас каркас. Металлокаркас по технологии ЛСТК. Наверное, даже те, которые не у нас заказывали, да? Да, почему нет? Давайте. То есть даже если те... Если других не поддерживают, мы поддержим. Да. То есть те, все приверженцы технологии ЛСТК, которые, возможно, там 3-4-5 лет назад... когда еще не были, может быть, с нами знакомы, заказали себе металлокаркас, даже у других поставщиков. Даже если у Паганаж заказали, все равно разобрались в технологии ЛСТК. Да, сейчас система гораздо современнее и интересней, но даже если у вас был Паганаж, даже, к вам, кстати, это тоже относится. Вот смотри, да, уже даже сама технология эволюционировала, да, за это время. Не то, что сама стройка, а уже сама, да, технология. Сама, да, технология ЛСТК эволюционировала, а многие все до сих пор говорят, что это какая-то ерунда. За кирпич топят. То есть, да. Тебе говорят, вот смотри, трехэтажное здание строят из ЛСТК на подушке всего в 30 сантиметров. Не верю, да? Так вот смотри, уже восьмиэтажные дома строят по технологии ЛСТК, там общежития, жилые дома. Не верю. Ну как не верю же, вот же стоит. Ну и что, развалится. Так уже стоит 5 лет. Вот такие вот. И так далее. То есть показываешь людям, вот же смотрите. И причем, если бы это было плохо, люди, которые построили по этой технологии, сказали бы, это нет, все, даже не думайте. Так они снова заказывают, ну даже сегодня, да, человек 2 года назад построил дом, сегодня звонит снова, хочу еще построить.
Поэтому это очень такой это... важный показатель. Да. Не, ну тут надо сказать, что есть негатив, минусы тоже есть, но если мы их начнем анализировать, абсолютно любой, то есть я знаю не очень минусы. Много... Ну, нет, не согласен. Негатив. У технологий минусов нет. Я знаю, нет. Ребят, объекты там Министерства обороны, я знаю объекты... Но это человеческий фактор, ты имеешь. Школы, в Крыму, в частности, детские садики, я вижу, как подрядчик там делают, но это жопа, по-другому не назовешь. Ну просто это Но они через нее просто делают, конечно. Тупорылость именно человеческого фактора, когда там украл, там не доделал, там сэкономил в надежде больше заработать, хотя и так технология позволяет реально зарабатывать гораздо больше, чем в обычном капстрое, но я реально вижу эти горе-строители, которые просто своими руками портят технологии, но это никакого не имеет отношения к самой технологии, если ты все правильно по регламенту это делаешь. Как это как Вовка в 39-м царстве, помнишь, когда он пирожки пек в печке, напихал туда тесто, дров, и так сойдет. А да, технология от этого страдает, это правда. Потому что люди смотрят. Как любое другое. Ну, в общем, да. Это как, все равно, что купить iPhone за 100 тысяч рублей и колоть им орехи. Ну, как-то не очень. Орехи колят плохо и ломаются быстро. Это как про Чукчу, помнишь? Хорошая машина КамАЗ Чукчу. Да, только собаки быстро устают. Так, суть-то. Да, суть. Мы-то понимаем, так, в общем-то, возвращаемся. Все те люди, которые так или иначе когда-то построили себе... строение ЗЛСТК, и, соответственно, мы хотим это увидеть тоже от вас, чтобы мы понимали, что вы, ну, не голословно, не то, что мы проверяем, да, ну, какой-то маленький ролик, что вот я там, ну, грубо говоря, Петя из там откуда-то оттуда, вот, я себе построил, мне нравится, и я вот обращаюсь к вам. Маленькое такое видео. Вот, значит, если по вашей рекомендации, то есть вы на своем примере рассказываете людям, вот смотри, мне нравится, я построил, все хорошо. Или может быть не все хорошо, я заказал, но здесь я там косанул, здесь мне собрали хреново. И на это обратите внимание в следующий раз. Там, да, то есть как бы рукожопость никто не отменял, то это тоже присутствует. И мы тоже этого не скрываем, мы говорим, что вот здесь вот так не надо делать, потому что вот здесь сэкономили или там сглупили и сделали неправильно. Хотя уже даже если наклепки делать, даже неправильно собрать невозможно. Но умудряются и такие люди. Вот. Поэтому, если по вашей рекомендации к нам приходит заказчик и говорит, я хочу купить у вас каркас, мне вот там мой друг, сосед, неважно, кто-то порекомендовал, я хочу вас заказать, то вы, как рекомендатель, получаете от нас компенсацию в размере 10%, да. Правильно я говорю? 10% от стоимости каркаса. Ну, то есть, если мы возьмем примерно вот 100 квадратных метров, то каркас, примерно сейчас говорим, стоит примерно 450 тысяч рублей. То есть, человек заказал его у нас, по вашей рекомендации. Почему мы так говорим? Потому что вы ему объясняли, вы ему рассказывали, он через вас полюбил эту технологию. Водили себе в гости, делились впечатлениями. Ну, да. То есть, да, они же повлияли. Тратили время. Да. Вот. То мы готовы компенсировать все эти, ну, не знаю, временные затраты, эмоциональные, неважно, в размере 10%. То есть, если мы берем 450 тысяч, то вы получаете от нас 45 тысяч рублей. У них, ну, у вас, я знаю, те, кто строит, всегда, пока вы строите или построили, рядом 3-4 соседа минимум, конечно, которые спрашивают, а что это такое? Кто-то стесняется там, да, не рассказывает в силу, может быть, там, каких-то незнаний. Ну, да? Это ЛСТК. Да-да-да. Хотя, в принципе, вы можете показывать наши ролики, кстати, вот, посмотрите, технология такая нормальная. Она сказать, ребята, будут звонить, это от меня. Да? То да, ведь в месяц можно и 3-4 таких дома продавать. Да. То есть можно на работу не ходить, ребята, вы понимаете, о чем речь идет? Так подожди, конечно. То есть мы, иными словами... В наше нелегкое время, в кризисное, в пандемийное. Хотим, даже не предлагаем вам, а мы хотим вместе с вами делать бизнес. То есть вы можете открыть свой маленький бизнес. Пускай это будет, например, на начальном этапе какая-то подработочка. То есть вы там один каркас реализовать. Ведь можно же и помочь собрать. То есть если ты сам деньги, собрал по чертежу, ты уже понимаешь, как это делается. У тебя наверняка там и клепальник как сохранился. Шеф-монтаж оказать, там, да, или вообще работу сделать. То есть и еще заработать было. Да, и еще заработать. То есть если, это... допустим... Мы в сборке 100 квадратов, это где-то около 60-70. Нет, 100 тысяч. Если брать наши расценки, то это 100 тысяч рублей примерно. Вы можете делать это дешевле. Ну, неважно, на какой цене вы садитесь, но факт тот, что это дополнительный заработок. Вот. Вы соберете это хорошо,
потому что вы уже один раз это сделали, вы сможете делать это. А если еще вы заключите и подряд, и там, ну, сделаете гипсокартоном большие, тогда подряд, да, на все. Если заливали пенобетоном, может, даже осталось пенобетонную установку выполнить, но это вообще отдельно. Да? Ну, это, как правило, наши представители официальные, в принципе, если ну, есть. Да, такое. Ну вот, то есть тут в любом случае это не какая-то вот ситуация сложная, безвыходная. Это все возможно делать. Вот, и мы хотим, чтобы таких людей появлялось все больше за, вот, ну, скажем так, мы вот охватываем сейчас хорошо юг, мы охватываем хорошо центральную часть, там, Москва, Питер, вот, европейскую часть, туда каркасы уходят. А вот если же там что-то у нас будет, ну, там, Урал, да, и туда вот дальше. Слушай, да неважно где, ребят, неважно, в любой точке мира, в любой точке мира вы имеете возможность это делать. Потому что надо учитывать тот факт, что каркасы наши уже отправлялись в Испанию, в Болгарию, в Израиль, в Германию, в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Ребят, мы поставки делали уже, у нас есть хороший опыт международных отношений. По факту мы всегда говорим, что мы позиционируем себя как федеральная сеть российская, ну, а да, по факту мы международная жизнь, так смотреть. Просто я об этом сам никогда не думал. И на самом деле, ну, мы, как сказать-то, не националисты, но Германия, это уж со всей педантичностью и прагматичностью, ну, да, это хороший показатель. Люди заказывают в другой стране, потому что это им выгоднее по-любому, потому что если немцу не выгодно, он никогда не сдвинется с места. Вот. Поэтому, еще раз повторюсь, если по вашей рекомендации приходит к нам человек, оплачивает каркас, вы получаете 10% от стоимости каркаса. Что в среднем составляет 45 тысяч с одного объекта, плюс-минус, если он 100 квадратов. Ну, да, в зависимости от объекта. То есть в месяц может составлять там, от 100 до 200 тысяч рублей просто дополнительного пассивного заработка, да, при потраченном времени, там, не знаю, час в день максимум. Так это и удовольствие, опять же. Вот и все. И опять же, вы знаете, ну, как сказал Владимир, наше непростое время – это как, неплохая прибавка к пенсии, скажем так. А вот, вы занимаетесь любимым делом, вы созидательным процессом занимаетесь. Вот. Опять же, мы будем всегда рады увидеть от вас там какую-то обратную связь в плане, может быть, сборки, может быть, интересного объекта. Да? Приедем, снимем ролик об этом объекте. Вот. То есть мы, со своей стороны, готовы помогать, подсказывать, просвещать. Нам это интересно. То есть, кто знает, может быть, тот или иной из вас при таком подходе вырастет вообще, в принципе, в нашего представителя, дилера, да, а может, конечно, даже и партнера по производству конструкции. Да. Повторяемся, ребят. Неважно, у кого вы до этого заказали конструкции. Может быть, это наши конкуренты были. Ну, как бы, а что это такого? Конкурентов. Ну, понятно. Там. Есть люди, которые производят профиль. Конкурентов у нас нет. Да. Это правда. Ну, хорошо. Мало, неважно, где вы заказали, вы знаете всегда, если вы столкнулись, в вашей жизни вошла технология ЛСТК, и вы ее рекомендуете своим друзьям, знакомым, окружению, вы можете на этом зарабатывать. Вот, наверное, это основная мысль, да, которую мы хотим донести. И это же, да, можно развивать свой бизнес, потому что сегодня вы помогли другому, порекомендовали другого, завтра вы помогли ему собрать каркас, послезавтра у вас уже 2-3 таких заказчика, потом вы через, да, нет, через месяц у вас уже пенобетонная машина, вы можете оказывать подряды, потому что смесь у нас тоже в продаже есть. И если у вас своя пенобетонная машинка, мы с радостью будем отправлять новых заказчиков, кому нужна заливка пенобетоном, к вам, и вы будете на этом зарабатывать. То есть мы не говорим о том, что вы там один будете где-то, как это, как сказать-то, колтыхаться. Мы вместе с вами будем сотрудничать и всегда будем на связи. Именно строить бизнес на год, на два, на три. Потому что наши планы очень серьезные. Мы будем расширяться дальше, больше. Мы будем расширять нашу и как федеральную сеть, так и международную. Поэтому нам просто интересно делать это вместе со своей вот командой людей, которые мы, может быть, даже ни разу и не виделись. Потому что нас разделяют тысячи километров. Но мы выходили в скайп, там общались, так увиделись. Вот. А глядишь, где-то, может быть, проведем и какой-то, ну не знаю, как слет ЛСТКшников. Да почему нет? Вот. Почему нет? Соберемся где-то и поговорим о нашей технологии, поделимся опытом и так далее. То есть все это возможно. И мы этого хотим. И я еще раз хочу вам напомнить, уважаемые мои дорогие, то есть мы когда говорим о стройке, это же ведь не просто, не знаю, коровник. Или, я не знаю, хозпостройка. Мы ведь говорим о домах. А что такое дом? Это же очаг,
это тепло, это уют, детский смех, какие-то фотографии, праздники. Ну, то есть дом. И раз в нем происходит все самое хорошее, замечательное, я считаю, что он должен быть теплым, красивым, дорогим. Дорогим именно визуально. Визуально, да. То есть там, там живут дорогие люди, и там происходят дорогие события. Наша технология, как многие, ну не многие, некоторые считают, что, ну, наверное, там я на одну зарплату смогу себе дом построить. Это не так. ЛСТК — это экономичная технология, но не дешевая. Потому что, ну, не может оцинкованная сталь хорошего качества быть дешевой, господа. Оно и дерево, знаете ли, сейчас уже далеко не дешевое. Да, да. Вот. Поэтому вы просто посчитайте цифры. А не можете — обращайтесь к нам, мы вам посчитаем. Смотрите наши ролики. Мы технологию очень любим и всегда о ней рассказываем. С разных сторон стараемся это делать, чтобы, ну, кому-то вот так понятнее, кому-то вот так понятнее, кому-то вот так вот понятнее, кому-то, может быть, и вот так даже непонятно. Но там, не знаю, где-то все-таки мы что-то такое расскажем и достучимся до каждого. Мы очень в это верим и искренне на это надеемся. Поэтому давайте создавать красивые, красоту привносить в этот мир, даже вот так вот я скажу. И творить и созидать красивые объекты. Потому что ЛСТК — это как раз вот про красоту. Если нужно коровник, уж простите, ну я сейчас ни в коем мере не говорю, что коровник — это плохо. Да? А вот я просто, сделаем красивый коровник. Да, деревенские вот эти постройки из газоблока, которые годами стоят, даже не оштукатуренные. И никто-то их внешним утеплением-то и не утепляет, да, и вот это все, ну зачем нам вот эта убогость, ее и так хватает вокруг, вот, давайте создавать что-то красивое и замечательное. У нас есть архитектурное подразделение, которое работает, ну, для вас, скажем так, чтобы вы могли обратиться и получить классный проект, вот классный, чтобы вы смотрели на него и уже предвкушали, блин, классный дом мне построят, я вот там... Вот тут у меня вот это вот так вот. И так и будет. Представляете, с каким вот ощущением вы будете все это создавать и предвкушать. Не знаю, потом будете кошку туда запускать. Ну, классно. Мы показываем вот в роликах наших счастливых обладателей. Там, даже пускай мы, как это, экономичное жилье там, в Белгороде, да, в Самаре, где там. Ну, показываем, да, недорогое, да. Да, это недорого по сравнению там, ну, не знаю, с монолитными какими-то коттеджами, там, облицованными чем-то. Это как, знаете, в свое время хрущевки помогли миллионам переехать из бараков в отдельное жилье. Вот так же ЛСТК стало доступнее для людей и позволяет людям приобретать себе жилье. Мы вот как-то говорили даже, ну, разные ситуации в жизни бывают. Ну вот, бывает с деньгами прям засада. Ну ты купил себе каркас, вот он стоит, допустим, 100 квадратов. Ну, неплохой домик. Не у каждого в квартире 100 квадратных метров. 450 тысяч примерно. Поставил его, собрал сам, там, не знаю, за неделю, за две, за три, как времени хватило. Он у тебя какое-то время, год-два, может стоять под открытым небом. Потом подзаработать. 10 лет постоит. Ну да, это. Ну я сейчас вижу, чтобы уж совсем не растягивает на 10 лет. А какое, что кирпич, газоблок или дерево простоит 10 лет, а как с детства будет сразу. То есть это тоже, на самом деле, вы сейчас правильную тему затронули. Можно 10 лет потом ждать и строить. Как у нас раньше, в 90-х годах, я знаю, у меня родственники, блин, они 20 лет строили дом. 20 лет строили дом из кирпича. Это тоже... Ну, когда достроили, кирпич уже менять надо. 10 лет строили детям своим. И тоже. Я вот смотрю, я в этом доме был. То есть, ну, стены-то они воздвигли, кровлю, окна вставили, а внутри-то земля. То есть, они ленту сделали, а внутри-то земля. То есть, там, и вот, они 10 лет это строили, а теперь еще, это как помнишь, когда в Простоквашино Шарик бегал за зайцем, фотографировал. Он говорит, я полдня за ним бегал, чтобы фотографироваться. А теперь ты еще будешь полдня за ним бегать, чтобы фотографию отдать. А теперь они еще 10 лет будут его отделывать. Вот, поэтому я уже даже потерял мысль, о чем говорил. Что можно потихонечку начать, да, войти точно. В стройку, начать дом, реализацию. Заработали проект, потом каркас. Денюшек, обшили там ЦСП. Поставили крышу, закрыли контур. Да, и кровлю сделали.
Все. То есть у вас уже вот закрытый контур. Уже можно потихоньку. Технология реально позволяет за небольшие деньги войти в стройку и начать строительство. Вот, потому что многие из подписчиков вообще понимают, что стройка, это же надо сразу теплый контур, это надо крышей закрыть, потому что он не может стоять открытый этот газоблок или там кирпич, или там деревянный дом. Это же надо сразу минимум там 2-3 миллиона. Да? А здесь есть возможность начать стройку своего дома, там, не знаю, с полумиллиона рублей. Полмиллиона. Там, фундамент сделал и там каркас купил, поставил. Все. И потихонечку можешь заходить. Это, блин, кстати, это офигенная мысль. Полмиллиона! Люди ипотеку берут там на 4-5 миллионов на 25 лет, господа. 25 лет, блин, ну это очень долго. Ну так, вся страна тут уже как говорится. А здесь полмиллиона, это даже не ипотека, это кредит. И ты уже можешь начинать возводить каркас и рекламировать это своим, своему окружению. И на этом уже зарабатывать деньги. То есть вы, покупая каркас, это не затратная часть, а как инвестиции в развитие своего бизнеса. Реально. Вот я сейчас говорим, а я прям реально вот такой восторжен, что мурашки аж по коже. Вот по факту, то есть ты теперь имеешь возможность начать строить дом не как пассив, а как актив, как инвестиция, по сути дела, в бизнес, который тебе же потом привлечет тебя клиентов, ты по рекомендации позволишь им построить дома, там поможешь, да, еще на этом заработаешь деньги. То есть плюс в плюсе. Он в итоге за этот счет еще и построить дом еще себе. Да, а купишь постройку своего дома, начнешь строить второй дом, а это тоже реклама. Детям, я не знаю, на продажу. Элементарно. То есть, сидит такой в доме за ластыка, такой смотрит на вас, такой. Ой, я увольняюсь, я теперь работаю на фабрику каркасов. Я увольняюсь. Ребят, мы не против, это не вопрос. С фабрикой каркасов. Ну, я шучу, условно говоря. Я вот сегодня только, знаете, шел мимо, я не знаю, что это, наверное, какой-то будущий отель, наверное, будет, ну, гостевой дом. Там залит монолитное перекрытие и выложено все, ну, шлакоблок, что ли, какая-то вот эта порнография, вот эта вся. Я вот смотрю и думаю, там уже окна вставлены. Сколько денег вбухал бизнесмен вот в это трехэтажное чудо? И они ввалены, стоят, я не знаю, усадку, может быть, дают, может быть, деньги кончились. То есть это замороженное бабло стоит и не приносит денег. А оно приносить начнет только тогда, когда он его оштукатурит. А ну, сделает отделку. Чтобы, да, люди могли туда въехать. Сколько, представляете, то есть если реально посчитать в деньгах, это замороженные деньги. А здесь вы потихонечку чик-чик-чик раз. И что самое главное, вы точно знаете, когда вы поставили каркас, сколько вам нужно ЦСП плиты. Потому что, ну, вы знаете метраж. Отходов там минимум. Вы знаете точно, сколько вам надо гипсокартона, базальтового утеплителя, если это базальтовый утеплитель будет, пенобетона. Потому что цифры, вот они простые и прозрачные. Ну, рассчитайте, спрогнозировать. И, конечно. И ни один прораб вам лапши на уши не навешает. Что, ой, да тут надо еще там это. Потому что мы вам по секрету скажем. Нам прорабы давали обратную связь. И они говорят, что, блин, с вашим ЛСТК нам не на чем зарабатывать. Потому что у вас все уже предчистовая отделка. Ну, блин, на поклейке обоев и кладке ламината. Отходов нет. Да. Он из 300 домиков еще 30 построили из отходов. Он под Сибирью, ребята, коты же поселили. Да, да. А вот, да. А как это, а этот уголь еще помнишь? Вам уголь не нужен? У меня тут лишний. То есть ты работаешь на моей шахте, и у тебя еще лишний уголь образовывается, и ты мне еще и продать его хочешь? Вот, поэтому вот оно все прозрачно и понятно, и экономично. Поэтому, дорогие наши подписчики, партнеры, смотрите теперь на свои объекты, построенные по технологии ЛСТК, не как на затраты, а как на актив, который может вам приносить доход. Для этого стоит просто вспомнить тех друзей и людей, которые интересовались этой технологией, помочь им в выборе и помочь им выбрать технологию ЛСТК, работая с нами, да? И получить свое вознаграждение, и при этом еще больше построить тех объектов, которые нужно реализовать именно вам. И здесь, наверное, я маленечко прям как это резюмирую, или даже нет, продолжу прям. Мы сейчас говорили про дома много, но ведь также, допустим, даже если ваши друзья поставили коробку, можно же сделать кровлю из ЛСТК или мансардный этаж. Для бизнесмена он легко может сделать себе павильон и павильончик,
и павильон. И ресторан. И ресторан. Это абсолютно любой объект, на самом деле. Да, коммерческая недвижимость — это вообще находка. Сомневайтесь, вот. Нас спросите, позвоните, ребят, а вот такое можно построить? Я хочу предложить своему другу. Я вот раньше в ЛСТК работал, но не знал, что из него можно делать было ресторан. Позвоните, спросите, мы вам ответим, и вы спокойно сможете эту презентацию. Да, это будет не какой-нибудь там, опять же, коробка с каким-то остеклением. Это можно сделать прикольный, классный объект. Офисы продаж. Ну, то есть, вот что-то такое, да. Допустим, там 50-100 метров, можно делать очень прикольное решение. И это действительно будет ярко, интересно и продвигать ваш бизнес. А мне вот почему-то очень близки как-то вот мансардные этажи. Потому что, ну, это реально вторая жизнь для здания. Альтернативы нету, а ЛСТК... Альтернативы нет, то есть, ты не, это, в силу того, что все это тяжелое, там, каменное это, ты не подстроишь мансарду. А из ЛСТК ты можешь реально сделать еще один этаж. Это либо офисы, либо это цех, либо даже что угодно. Хоть там спортзал. Да, да, да. Ну, про бассейн там уж не знаю. Но вот тебе, пожалуйста. То есть тебе не нужно соседнюю площадь арендовать или выкупать. И искать дорогую землю в этом же месте, в городе, где она безумно дорогая. Наверх поднимаешь, и будет реально, вот я вам говорю, я пока не увидел, лично своими глазами. Я вот не мог это осознать, что ли. А когда я приехал на объект, можете посмотреть, это город Вольгинск в Подмосковье. Мы еще не снимали видео про него. Неважно, ну такая затравочка будет. И 800 квадратных метров, причем собрали там что-то за 2 месяца, по-моему, За 800 квадрат за 2 месяца, целый цех. Блин, это вообще, я вот реально, это вот восторг, просто, я не знаю, это... Радость и морально-эстетическое удовлетворение было у меня вот от увиденного. И там сколько? 7 или 8 человек все это дело собирали? Да, да. И собрали, обшили этим профлистом. То есть такая вот конфетка получилась. Просто вот не в сказке сказать, не пером описать. Там, правда, нерадивые прорабы все-таки, как это, как там будет, свои 10 копеек всунули. Этот, развели заказчика на дутавр этот, чтобы усилить типа кровлю, хотя этого не нужно было делать. Но вот они, мы еще 20 лет назад строили, мы знаем, и щеки такие свисают. Вот, поэтому, господа, типа молодая технология для молодых, молодых сердцем и душой людей, живых сердцем и душой и горящих творением, созиданием. Welcome! Мы вам рады и ждем от вас прям вот какой-то обратной связи, откликов, чего угодно. Напишите обязательно комментарий, что вы об этом думаете. По мне, так это, если я ставлю себя на ваше место, вообще, в принципе, то есть идея, по-моему, прикольная. Даже. Да? Я сейчас послушал, думаю, почему нет? На этом зарабатывать можно и реализовывать, и свои мечты попробовать. Блин, да? Круто. Ребят, с вами был Владимир, Сергей, канал Фабрика Каркасов. До встречи на наших новых объектах. За рекламу Мерседеса и Порше. Ее все-таки нам платят, а мы не знаем. А что так мало? Прикольно.